Так, всем добрый день. Сейчас еду по трассе М7. Мурманский районный суд. Возобновили производство по административно-исковому заявлению о признании действительно выборов 2020. Можете, конечно, удивиться, но год с лишним прошел, до сих пор идет тяжба. Судебное разбирательство было приостановлено в связи с тем, что инициировано было возбуждение уголовного дела в отношении председателя участковой избирательной комиссии в 12 округе Мусирминском Мурманского района Чувашской республики. И в отношении нее и группы лиц, ее заместителей, вынесен приговор. Сейчас возобновилось производство. Будем пытаться признать недействительными итоги выборов в данном муниципальном образовании.